продолжая приводить троллейбусов правила посадки и высадки пассажиров, в каком состоянии машины приезжают на линию и довольно ли включение работы транспорта. Эксперты местного отделения партии «Единая Россия» вместе с представителями организации «Единая». Проверяем качественный подъезд к остановочным пунктам автобусов, троллейбусов, маршрутных такси. Общаемся с пассажирами, все ли им нравится, какие у них есть замечания, какие у них есть предложения. Собираем мнение жителей и пассажиров по качеству их обслуживания. Помимо работы общественного транспорта, в рамках рейда проверили остановки, пешеходные переходы, разметки и даже таблички расписания движения автобусов. Сегодня их обновляют по всему округу. Стенды уже размещены на 5 остановочных пунктах. Эта работа будет продолжена. До Дня города мы планируем разместить такие стенды на всех остановках в городе Химки. По итогам сегодняшней проверки серьезных нарушений не выявлено.